Как ни странно, но даже очевидцам и свидетелям требуется разъяснять, что Чураевка – не только живописный уголок природы, где теперь разрастаются многие тысячи вечно зеленых хвойных сосен и елей. Это не только деревенька, где как бы мимоходом для раздумья и труда очутились русские изгнанники. Чураевка – даже не ее раскинутые по лесистым холмам дома и сады, и даже не все ее теперешнее население, изменчивое и приходящее, включая и основоположников. Чураевка – это то, что на огне не горит, в воде не тонет, и ржавчиною, и травой забвения не покрывается. Чураевка – как далекое эхо, раз пропетой русской думы, откуда-то из гор алтайских, пронеслась и отозвалась в лесах и на горах над речкой Помпирагом. В 1920 году в Париже по рекомендации Ивана Бунина в самом влиятельном литературном журнале русской эмиграции «Современные записки» была опубликована первая часть романа Георгия Дмитриевича Гребенщикова «Братья Чураевы». Успех романа был настолько ошеломляющим, что само слово «Чураевы» стало нарицательным. Известно, что в китайском Харбине появилась своя Чураевка. А в 1988 году американцы внесли русскую деревню Чураевка в Национальный реестр исторических мест США. Странно, как из русской культуры некоторых великих русских художников там все очень любят и знают в Америке, а других нет. Вот странно. Игорь Сикорский, helicopter inventor, Сергей Рахманинов, Михаил Чехов, барон Лео фон Нолде, Николай Рерих. Все они тут бывали. Но это типично был Гребенщиков, потому что он всегда что-то делал руками или словами, но всегда. И лучше сказать, создавал. Это не только вопрос делать. В Америке очень любят Рахманинова, Стравинского, писателей, потому что перевести легко, Толстого. Чехова обожают. Главным образом в американском театре. Станиславского, потому что американская система игры называется метод. Взято Станиславского главным образом. Ага, вот мы в Коннектике. И они до сих пор недолюбливают романтику 19 столетия. Хотя это все меняется теперь. Но это, вы знаете, это так счастье. Фортуна, как бы. Кого знают, кого не знают. Вот, например, Шостаковича считали каким-то таким второстепенным советским пропагандистом. И появился Ростропович и всем показал, какой замечательный композитор Шостакович. Так, я думаю, кто-нибудь переведет Гребенщикова, и тогда все переменится. Есть такая поговорка в Америке, точный перевод которой «толкай свою телегу к звезде».
Но я ставлю звезду во множественное число, чтобы расширить небосклон.